После Майи Гири Гиданбарай Геакуджики Агюнке. Когда все это выглядит часто, вся эта комбинация длинная анализируется таким образом. Когда я стоял с училке или с уракен, при учи захват за руку, человек меня тянет, я здесь упираюсь, наношу удар, мне бьют, лоб, наношу удар, опять. Базовое восприятие этого технического приема, целой комбинации, чтобы отходить, вот, не заходить за рамки как-то. Как-то работает последняя техника дзукин, агюки. В случае моего нападения моей атаки, если я блокирую, например, удар блокируется, да, если я атакую, мне сразу следует удар, да? Защита. И вот от правой руки сразу. Некоторые когда мы имеем эту же рука сразу блокируют, басай, камбуката, да? Хангетсу другая. В некоторых вариантах здесь также джиги. Но в нашем хангетсу агюки. То есть получается, я атакую, человек блокирует, сразу атак. Агюки или джиги. Также, конечно, это может. Мы можем этот прием использовать, взяв некоторые техники, что были ранее. Например, если мы не шел цуки, то как до этого шел геномбарай, потом я наношу удар, и мне сразу. И потом ай. Ну, не совсем удобно, честно говоря. Еще раз я цуки. Блок.